Хороший вопрос. Я не знаю, как я эмоционально настроен, во всяком случае, я стараюсь вести себя точно так же, как и вел раньше. Каждый день прихожу на работу, каждый день какие-то дела, каждый день какие-то планы, каждый день что-то происходит. Я вовлечен все равно в идейно-политическую борьбу по полной программе, поэтому не жалуюсь на отсутствие, скажем так, загрузки. Времени не хватает по-прежнему. Вот сегодняшний рабочий день после бессонной ночи в самолете проведенной, он закончится у меня сегодня часов в 9-9.30, а может и в 10. Поэтому вот сегодня будет короткий день 10-часовой работе, так обычно 12. Поэтому я думаю, что нормальный настрой. Справимся с проблемами.